Здарова, старички, с вами Рима. Сегодня у нас очередная серия игры под названием Mountain Blade. Ну и как вы поняли, помните девочку, с которой мы познакомились, типа, вот вы такая красивая, она такая, ой-ой-ой, спасибо большое. Короче, она пригласила нас к себе. Вы представьте, это просто гребаная жесть. Сейчас пойдемте к ней сразу. Вот представьте, да, вот, красавица, обалденная, отправляет к вам старуху, говорит, я тебя жду. Ну, конечно же, как теперь не это? Так, обвинять лорда пока не будем. Леди Дрина, она находится здесь. Сейчас попытаемся к ней подойти. Ну и также, командир, не беспокойтесь насчет того, что вам приходится продавать людей. Я только что чуваков продал в рабство, и он говорит, не беспокойся. Да я не беспокоюсь. Так, отлично, прекрасно. Так, ну что ж, сейчас к ней подойдем. Красавица, так, встретиться, отправиться посетить даму. Стражи пристально смотрят на вас, и вы понимаете, что лучше не спрашивать у них разрешения войти. Но когда вы направляетесь к своему жилищу, к вам приближается... А, ну да, это та самая старушка, и она, типа, нам организовала встречу. Вот она, кстати. Ну, она, типа, нам говорит, типа, руками только не трогай, делай, но не трогай. Нет, ну вы не то подумали. Здравствуйте, ах, Вася дипломатичный. Должно быть, вы получили мое сообщение. Как хорошо, что вы смогли прийти. Кстати, она обрадовалась. Смотрите, она влюбилась в нас. Она втюрилась. В Римаса втюрились. Миледи, как вы думаете, не могут ли наши пути однажды слиться в одну дорогу? Миледи, вы любите стихи? О, смотря какие, хотите порадовать меня чтением? Давайте вот этот стих. Вау, ей понравилось. Ребят, смотрите, стишок-то ей понравился. Прикольно, прикольно. Так, я бы хотел спросить об одном вашем родственнике. Мне нужно узнать. Слышали какие-нибудь... Нет, все, давайте так же. Вот, нам надо хотя бы до 15 довести это дело, потом ее взять в жены. Как вы думаете? У нас есть вообще шансы? Потому что мы уже одну телку про это профукали, к сожалению. Мы одну уже профукали. Сейчас посмотрим, какие тут у нас есть новобранцы. Новобранцев нет, к сожалению. Поэтому поехали сюда. Вот здесь будем новобранца брать. Угу. Сараницкий новобранц, прекрасно. Короче, нам надо сейчас как можно больше обучать новобранцев. Я несколько бойцов отдал в гарнизон. Ну, как вы просили все, блин, у меня там некоторая недвижимость под арестом. Это не есть хорошо. Ну, так как мы воюем. Правильно? Правильно. Так. Еще раз. Блин, там нашу деревню еще ограбили. Нам надо сейчас до деревни хотя бы дойти, посмотреть, что там у них случилось. Да и вообще деревню надо оберегать, а я что-то прям забил на эту. Вот она. Тазюнат называется деревушка. Вот, 19 штук. Так, управление деревней. Через 60 дней окончится это дело. Мы, кстати, строим школу с вами. Но уже был налет на этой деревне, к сожалению. И у нас уже ребятюли кое-какие прокачиваются. А, поиск путей. Ну, давайте вот это вот посмотрим, что мы здесь можем прокачать ему. Что-то мы сегодня с вами не бьемся, ни с кем не воюем, не деремся и так далее. Нам надо будет потом этим делом чуть позже заняться. Так, тактика, умение отряда. Давайте ему тактику вкачаем, потому что я тактику мало кому вкачал. У нас есть вкачанные люди с хирургией. Так, мамлюка делаем. Пехотинца. Через shift. А чё сразу всех не могу? А, через control надо нажимать, чтобы сразу же всех обучать. Имущество у нас, в принципе, довольно нормальное. Персонаж скоро... О, мы скоро опыт получим новый. Я уже в 22 уровень. Кстати, как вам знамя, ребят? Поменять знамя или оставить? Как было? Хиргитское ханство. Нам надо будет тоже добег на них сделать. Я сейчас сделаю. Набор новобранцев. Прекрасно. Пакт о ненападении. Королевская свадья и Хиргитское ханство заключили пакт о ненападении. Пакт о ненападении Хиргитского ханства и Королевства Вегиров. Короче, они уже организовывают небольшой такой, знаете, коалицию небольшую против нас. Придется с ними разобраться. Во, у нас есть клиент. 34 бомжа. Скорость 6,5, у нас скорость 3,3. Так, ну что ж, надо его найти. Вот он. Смотрите, видите, деревушку хотел ограбить. Вот сукин сын, а какой быстрый. Вот зараза. Ты посмотри на него. 5,4.
Так, не он. Сейчас попытаемся их как-то прижать, что ли. Пытается свалить, смотрите, а сваливает от Васи дипломатичного. Тихо, на перерез. Так, у нас уже есть некоторые ребятюли. Так, пехотинец, ветеран. Всех через контрол. Сараницкий пехотинец, тоже всех через контрол. Ну что, сейчас попытаемся их догнать. Вот видите, у нас просто, возможно, огромная армия, отряды большие. И они просто тупо не могут догнать этих чувачков. Да ладно, ё-моё, неужели я не смог отойти? Блин, вот это жесть. Прижать, прижать, прижать. Да что ж ты будешь делать? Не могу догнать его и все. Да ладно. А-а-а, сука, бомбит. Сука, это не мат. Давай, 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 давай. Поближе, поближе. Атакуем его. Давайте, бойцы, вперед. Стоять здесь. Встаньте здесь, встаньте здесь. Плотнее, плотнее. Сейчас они сами к нам прибегут. Бегут, 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 ребятюли. Ой, как хорошо. Кстати, я себе перчатки поменял. И купил вот себе такой меч. Обалденный меч, ребята. Чуваки. Забил одного. Не достаю, да? Достал. Молодцы. Достаем древковое оружие. И быстренько сейчас попытаемся вот так вот. Хопа! Ой, ёптать. Скинули бомжа. Будешь знать, деревни грабить наши. Душ твой мотал. Блин, нам надо срочно прокачать, ребята, как можно больше отрядов. Я знаю, что если мы будем, чем больше... Если мы станем королями, там сразу 150 воинов по умолчанию мы можем брать. То есть, в принципе, этой проблемы не было, когда я играл в Wiki Conquest. Там все с этим нормально. А вот здесь вот наоборот. Здесь все плохо. Здесь, друзья, намного хуже с этим планом. Но ничего, я думаю, мы прорвемся. Сколько там? Последний бомж остался. Да, его чпокнули. Чпокнули просто. Блин, какой классный тесак у нашего ребятенка. Так, ну последний, мне кажется, вот так вот без меня. Атакуете? Прекрасненько. Так, он сумел свалить все-таки, зараза. Берем застрельчика, берем улана, берем остальных. Лучник-ветеран. Сараницкий воин. Вот именно воин нам нужен. И застрельчики побольше. У нас очень много лучников, кстати, уже находятся в этом. Ну ладно, давайте заберем все это дело. В крепости, в городе. Ну, нам еще надо продолжить. Так, мы разбили чувачков. Это очень хорошо. Сейчас посмотрим, сможем... Нет, у нас, походу, уже лимит, да? Ну-ка посмотрим. Да, у нас 88 из 88 бойцов. Так, эти разбойники. Они нам не нужны. Султан Харим обещает вам, что лорды собираются на праздники. Не, праздник нам не нужен. Нам сейчас нужно сначала продолжить. В принципе, мы можем сейчас опять, как тогда сделали, помните? Мы берем замок в осаду. Вот. И начинаем строить лестницы. И сейчас будут к нам приближаться ребятюли. Снимаем осаду. И сразу догоняем этого бомжа. Чипуль, 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 чипуль. Догнали? Догнали. Отлично. Поехали. Вот эта вот музыка по-нашему. Давайте, ребятюли, давайте, поднимаемся, поднимаемся, по-быстрому, по-быстрому.
Я надеюсь, наши пешие бойцы смогут подоспеть или нет. Минус! Не, не минус, но мы его повредили. Отлично, сбросили его. Так, это у нас, походу, главарь. Их глава, ребята. Его сняли. А, это у нас просто тупо всадник был, да? Блин, не получилось. Разворачиваемся, разворачиваемся, разворачиваемся. И на перерез. На перерез. Сейчас просто зайдем навстречу. Ёптать. Помешал этот дебил. Двухглавый это кто у нас? Двухглавый дракон или что это? Так, там, мне кажется, более важные ребятюли остались. Кстати, у меня есть свадийские ребятюли. Всадники. Они очень даже такие симпатичные, скажу вам. Нифига себе, копье только что пролетело. Так, скинули его. Скинули его. Это наш. Кто-то в меня что-то закинул. Все-таки, мне кажется, копье лучше достать. Сколько я слал? 17, нас 29. Сукин сын. Вот когда я меч достаю, он пытается ускользнуть. Это такой искусственный интеллект? Или кто? Блин, у нас минус мамлюк. Где тот чувак, у которого хирургия была вкачана, понимаете? Вот из-за этого я люблю хирургию качать сам. Изначально, чтобы ни на кого не надеяться. Потому что, блин, бывают такие моменты, когда они бросают тебя. Или игра забаговалась, или что? Что, такое крутое, что ли? Тихо. Скинул балбеса. Минус. Оглушай его, оглушай, оглушай, оглушай. Ну, в принципе, я не успел. Ой, там еще кто-то сзади подошел. И эту победу. Так, у нас, правда, убито 8, ранено 4. Ты у меня в плену, братуха. Красное у тебя ухо. Так, лучник-ветеран готов, мамлюк готов, свадийский рыцарь готов. О, вот эти вот говорят очень жесткие ребятюли, да? Все комментарии мне проспамили. Рыба, ты играть не умеешь, свадийский рыцарь, лучше бери их, они лучше, а ты не лучше. Так, сарнитский пехотинец-ветеран, берем ветеранов. А, и нам надо стражников делать, то есть просто тупо пехоту, ребята, воинов. У нас и так очень много всадников. А, нужно делать пехоту для того. А что у нас, кстати? Какие вкусняшки здесь? О, турнирные лошадки. Все это дело, в принципе, можем сейчас вот так вот. Оп. И с земли поднять. Так, все. Одних мы разбили. Ой, моя красавица. Хочет ко мне. Ой, хочет, чтобы я к ней пришел. Туда-сюда, обратно. Всем приятно сделать. Так, это где? Это где? Это где? Это где? Это у нас вот здесь вот. Понял. Погнали. А также у нас очень много бойцов, которых можно, в принципе, повысить. Например, Клети. Клети. Клети у нас ничего не умеет. Давай сначала снаряжение дадим. Во, у него хоть лошадка появилась. Кстати, ну у нее четвертого нет, да? Я кому-то кажется, четвертый уровень вкачивал. Верховую езду. Например, вот здесь вот можем качать и... Так, и верховая езда. А, это за счет ловкости получается, да? Зоркость, упаковка. Ну ладно, давайте, давайте продолжим тогда. Пусть она верховую езду качает. А мы ей потом ловкость вкачаем. Также ей надо шлем дать. Хотя бы такой.
А еще нам надо круглый кавалерийский щит. Изношенный элитный кавалерийский щит у нас еще есть какой-то. Так, метательное копье. Просто копье. Делаем. И даем еще топор. Топор она не может брать, к сожалению. Так, плюс 14. Здесь у нас плюс 15. Вот. Такую вещичку тоже можно дать. Ну, давайте ржавую вот эту булаву, или как ее называют. Тоже дадим. Ну все. Я ее одел. Обул. Покормил. От... Так, ладно, давайте. Низар, ты владение щитом. Поиск пути, конечно же. Это у нас интеллект, да, поиск пути? Да, интеллект. Ну, пусть у нас будет интеллектуальный Низар. Кстати, имеет смысл еще... Давайте тогда еще раз поиск пути. Дадим ловкость чуть-чуть. Нужно сбалансировать. Бойцов его тоже надо одеть. Я уже вторую серию, кажется, его на него забиваю, да? Лезалит. Поиск пути у него тоже, кстати, вкачано. Кстати, поиск пути, насколько я понял, все-таки не стакается. Судя по тому, что я вижу. Поэтому ему лучше поиск пути сделать. На 3%. Ой, как хорошо. Как хорошо. Ну что ж, нормальные ребятюли у нас. Так, элитные лучники. Застрельщики. Ну, в принципе, все нормально. Сараницкий лучник-ветеран. Говорят, очень-очень хорошо они стреляют, конечно. Ну, не лучше, конечно, чем другие. Ну, для сельской местности, как говорится, сойдет. Так, у нас минус 9 бойцов, поэтому сейчас быстренько попытаемся... Набрать добровольцев и пойти уже непосредственно к нашей красулечке вот сюда. Поехали. Сохраним. Вперед. Ты чё встал? Вася. Вася, там тёлка ждет, а ты встал. Пакт и нападение королевства Радаков и королевства Свадия. Чё-то они прям непонятно. Непонятно, чем они там занимаются, ребята. Это попахивает... европейскими ценностями, если честно. Так, посетить даму. Угу, прекрасно. Привет. Давай туда-сюда обратно. Всем привет. Ой, вообще железобетонный, привет. Слушайте, давайте мы попробуем сейчас сохраниться. И посмотрим, что произойдет, если я ей предложу. А, я ей уже стихи рассказывал. Не могут ли наши пути однажды слиться, сир? Отрадно слышать, что ваши намерения в отношении ко мне благородны. Ну, я же не хотел, типа, тупо просто под юбку залез, правильно? Возможно, мы не должны торопиться, чтобы позволить нашим чувствам друг к другу вырасти немного сильнее. Прежде чем принимать такое решение, возможно, я могу убедить вас не задерживаться более. Так, отлично. И впредь буду... Возможно, убеждение отношений необходимо для автоматического успеха 20. Текущее отношение 15. Шанс успеха 50%. Шанс потери в отношении 50%. Ну что, давайте попробуем. Короче, железобетонно, если у нас будет отношение 20. Если не железобетонно, 15. То есть 50 на 50. Дочь твою мотал! Я никогда не позволю, чтобы такое случилось. Ах, если бы только мы могли вступить в брак. Но эмир... А Нальдерра никогда не даст свое разрешение. Возможно, так лучше, что мы не вместе. Никогда. Мы должны бежать немедленно. Возможно, я еще сумею переубедить его. Кстати, давайте попытаемся сказать «давай ко мне». Туда-сюда. А, либо мы попытаемся его переубедить. Что сбежать с вами? Да, мы могли так и поступить. Подобный шаг сильно ударит по моей семье, но брак без любви... И жизнь без вас гораздо хуже. Однако, имейте в виду, мое бегство нанесет страшный удар по репутации отца. А потому он сделал все, лишь бы уничтожить вас. Тогда поспешим, не будем тратить времени. Ваше сиятельство, ваша светлость, прикажите мне. Блин, я не знаю, ребят, ну походу сейчас будет война. Да, сделайте это со своей стороны, я делаю следующий обед. Я, леди
Дрина, ой, вернее, Дрина. Клянусь взять Вася дипломатичный в мужья. Согласно древнему закону и обычаю нашей земли. Прекрасно, вы, Вася дипломатичный, так же клянетесь взять? Да. Что? Все так быстро? Нет, да, да, да. Вася! Вася теперь не свободный. Вася теперь подкаблучник. Ребята, посмотрите на его лицо. Сука. Ой, Вася. Блин, классная сцена. Ой, вы видели его лицо, ребята? Вы это лицо видели? Такое на меня просто, ты какого хера Рима сделал со мной? Ой. Ну чё, у нас жена. У нас теперь жена есть. Ой. Короче, блин, тёлка молодец. Мне понравилось. Она пошла на всё ради того, чтобы со мной остаться. То есть, как бы так. Это считается. Давайте воина сделаем. Ну, блин. Ребят, перемотайте назад, я потом обязательно пересмотрю еще. У него такая рожа. Какого хера? Какого хера? Так, а где моя красавица? Она как-то со мной будет в отряде? Или она как-то... Типа так. Так, короче, мне кажется, все-таки отправиться в замок. В свой город. В свой город, ребята. Просто жесть. Просто гребаная жесть. Блин, у нас еды нет нихера. Вообще нет еды. Это что за херня-то? Так, это сюда, это сюда. Это сюда закидываем. Ну, давайте курятину дадим. А то что-то просто все плохо. Так, поехали, короче, в замок, в свой замок. И там что-то очень жестко произошло с отношениями, кому-то реально что-то не понравилось. Сколько у нас денег? 43 тысячи. Нормально, денег. О, ребят, у нас здесь турнир есть. Давай сначала направимся в замок, сохранимся. А я теперь не знаю, как и... А, вот она, моя краса... Тут две тёлки. Леди Сиомиза. Леди Сиомиза, а вы кто? Ваше лицо мне знакомо. Конечно, ёпта. О, да, конечно, наконец-то мы встретились. Я могу вам чем-то помочь. А ты что тут делаешь? А я ей не нравлюсь, кстати. Ладно, давай с женой пообщаемся, ребята, с женой. Прыгай на матрас! Я шучу. Так, я хочу нанять воинов штатного сотрудника. Ну, вернее, штатного сотрудника. Я хочу назначить... О, смотри, вот. Я хочу назначить, чтобы обращаться с финансовыми делами. Камергера. Констебля. Кто это констебля? Я полагаю, вы хотите повторно нанять вашего прежнего констебля. Нет, может быть позже. Так, подожди. Вы могли бы купить хлеба, мы ее можем. Давайте подумаем о том, как нам упрочить свое положение в этом государстве. Так, подумаю устроить праздник. Давайте проведем учет имущества нашей... Ну, империи будущей, можно сказать, да? Дорогая, мы поговорим позже. Сотрудника. А с финансами? Могу ли я призвать собственно дворянина и друга моего семьи? Его зовут Обри Девер. Он просит 15 динаров в неделю. Назначение будет стоить вам... нам, вернее, 20 динаров. Да будет так. Так, мы назначили бомжа. Теперь давайте назначим канцеляра. Так, это мудрая идея. Могу ли я предложить очень способного дворянина друга моей семьи? Ну, давай канцеляра тоже назначим. Посмотрим. Посмотрим дальше. Так, и еще раз. Вернуть его обратно. Короче, мы всех тут назначили. Я не знаю, что это такое и с чем их едят. Так, должно быть вам известно, милорд, о сестре... О ссоре между султан Хаким и эмир Кумипа, разрушители единства этого государства. Если вы бы могли убедить лордов
А примириться, то полагаю, Золотой Хакрем был бы очень доволен. Неплохая мысль. Ну, в принципе, вот пошли, короче говоря, вот видите, появилась баба в квартире, все. Пошла, как говорится, интрига. Интриги, расследования и так далее. Нам надо немного погулять. Надо еще в турнире поучаствовать. Погуляем немного. Поздний день. И вернемся в замок. Сейчас посмотрим. Канцеляры, походу, все пришли сюда. Ох ты, ё-моё. Смотри, какая толпа, ребята. Камерген. Обри де Вер. Испанец, что ли, какой-то. Также, пожалуйста, в финансовых делах. Так. Полное сальдо составляет минус 1900 динар. Да ты охерел. Давайте посмотрим нашу казну. Сейчас у нас 10 тысяч динар. В казне нет долга, что вы хотите сделать. Так, а я хочу взять деньги из казны. Спасибо большое. Так, я понял. Я понял. Вот. Как раз помните про то, что я говорил. Блин, казна мне есть, а что-то ее не видать. Так, канцеляр. А вот этого чувака, которого мы уволили. Как идет война, хочу информацию. Так, хочу вступить. А этот отпустить пленного. Мне нужен доклад. Хотел взглянуть на арсенал. Давайте поговорим о рекрутах и их обучении. Не могли вы обучить некоторых рекрутов для меня? Я хочу нанять новых солдат. Вот, смотрите, мы здесь можем нанять новых солдат. Например, саранитских солдат. Что это такое? Нет. Саранитских крестьян я не хочу набирать. Я хочу набирать саранитских других. Более обученных ребят. Вообще. Давайте поговорим о рекрутах обучения. Ну смотри, саранитский, давайте вот последний. Крестьян. Мы надели... Ты охерел, что ли? 1800 из казны. Так, мы также можем патруль. Я хочу... так... Перебросить, я хочу завербовать патруль, я хочу изменить цель патрулирования. Я хочу, чтобы патруль вернулся в Фиот. Я хочу распустить патруль. А я хочу перебросить войска. Так, я хочу завербовать патруль. Мало отряд, большой отряд. Получить лучшие войска из округи. Тулька. Нара. А куда вы хотите послать патруль? В Нару. Вы действительно хотите отправить элитный патруль в Нара? Да. Все, что ли? Ладно. Хорошо. А что по поводу перевербовки? Давайте поговорим о патрулях, об обучении. Рекруты для меня. Нара. Ближний бой, ближний бой, ближнего боя. Смотри, он мне говорит, ближний бой или дальний бой? Я говорю, ближний бой, ближний бой. Наймите еще тренеров. Да, давай, нанимай еще тренеров. Хорошо, я буду обучать новобранцев в Нара. Пехота Юниц, пожалуйста, удостоверьтесь, что у нас достаточно денег в казне, чтобы оплатить экипировку and additional, ну и дополнительную тренировку, в основном среднего качества. Ну, давай хоть так. Короче, ребятюли, все чики-пули. Я думаю, сейчас здесь... А где у нас? А, у нас еще канцеляр есть, да? Давайте сначала вот этому. Обри де Бич. К нему вернемся. Давайте посмотрим нашу казну. Я хочу взять деньги, я хочу положить деньги в казну. Мы можем положить примерно, смотрите, 10 тысяч. Мы положили 10 тысяч в казну, ребята. Теперь давайте посмотрим. А у нас 18 190 динар в казне и нет долга. Что вы хотите пожелать? Так, все, спасибо. Спасибо. Смотри, дышь, твой моталь, дышь. Этот, коррумпированным заниматься, коррупцией, вернее, заниматься. Чпокнул, чпокнул. Так, канцеляр. Давайте поговорим о внутренней политике. Пожалуйста, дайте мне информацию о лорде. Каково настроение лордов относительно Феода Бария? Пожалуйста, отправьте сообщение лорду. Пожалуйста, отправьте подарок. Давайте. Так, ну. А, кладовые, значит, у него получается. Ну, склад у меня вроде на складе были другие вещи. Мы, кстати, подарок можем отправить. Например, человеку. Пожалуйста, отправьте подарок лорду, либо леди.
Я рекомендую послать 150 единиц эля, вина или масла. Если у нас будет достаточно в наших складах, то я отправлю слугу отвезти подарок. Ничего. Короче, у нас ничего. Короче, мне надо сначала эль, либо этот, достать. Вот в этом сундуке. Правильно? А потом уже отправить подарок. Ну а что, прикольно. Фух. Прикольно, вообще отлично. Мне, ребят, понравилось, как все здесь устроено в этой игре. Хотя, блин, игра довольно старая, но прикольно, когда у тебя есть свой личный город. Я скоро еще стану королем, тыщ твоим отель, а? Шпили-вили буду делать. Всех и вся. Ладно, давайте поучаствуем на турнире. Здорово, мужики. Попутал берега. Минус. Тихо. Тупят. Пацаны тупят. Какой быстрый, а? Как понос. Минус. Все, это победа. Настрой остался. Так, еще раз. Здорово, пацаны. Да ладно, не попал, что ли? Вот это было опасно. Если бы он в меня попал, я бы сейчас просто ласты склеил. Минус. Так, ну ты тупи дальше, я пойду добивать этих двоих индейцев. Вот и все. Вася женился, ребята, я даже поверить не могу. Вася женился. Вася, душу твою мотал. Ох ты, ёптать, как хорошо прилетело. Прям как в первой брачной ночи. С дрыной. Не, дрын нормальная. Прикольная тёлка, бабёнка обалденная. Сбежала со мной. Я не думал, что есть такие еще девушки, которые могут пожертвовать всеми, чтобы сбежать со мной. Я не сомневаюсь, потому что она, скорее всего, скучает по родным. И так далее. Ну, рано или поздно, мне кажется, все потом устаканится. Все будет чики-поки. Не переживайте. Любовь зла. Полюбишь и козла. Ну, Вася не козел, ну полюбишь любого. И Васю даже полюбишь тоже. Здорово, чпульчики. Чипуль. Че ты до меня докопался? Ну, что ты до меня докопался? Так. Минус. 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 Вася железобетонный. Вася, Вася обалденный. Так, сколько еще осталось? Два это, да? Еще два выхода, походу. Все, что ли? Вот просто изи, знаете, вот одной рукой. Я просто хочу посмотреть, сколько времени у нас. Изи-бризи называется. Здорово. Спокойно. Вот и все. Так, последний. Воин-ветеран ранен. Воин-ветеран, это ветеран был, вернее, да? А, теперь у нас... Херина. Ну, Ксерина, то есть. Финальный бой, господа. Это финальный бой. Он по мне ударил, и я в него попал. Не, я не попал. Сучка. Ты посмотри, какая жесткая, а? Вот так вот. Вот это другое дело. Так, мы получаем 3314. И получаем еще плюс 17 к известности. Вася железобетон. Кстати, сколько у нас, какая у нас известность, дорогие друзья? Нам надо посмотреть. Рейтинг чести 30. Известность 793. Карл. Вот это жесть. Наше владение. Тазюнат и Нара. Ну, примерно как-то так. Ну, отлично. Сегодня мы, ребята, женились. Повоевали, поучаствовали и вообще очень много чего сделали. Вот правда, теперь бы, конечно, немного бы
поднять себе уровень, хотя бы на один, чтобы я смог харизму поднять. После харизмы я смог и лидерство подкачать, хотя бы до 5 уровня. Увеличим на 5, поднимая боевой дух, а расходы на армию снижаются на 5% умения лидера. Вот это самое главное. Вот это самое главное. Ну и дальше больше там потом еще и хирургию будем прокачивать, и другие немаловажные аспекты. Кстати, мы Васю можем в любой момент переименовать? Или нет? Или мне показалось? В общем, друзья мои, это была очередная серия игры под названием Mountain Blade Warband. С вами был Римас. Если вы впервые, то обязательно подпишитесь. Ставьте лайки. Ну и не забывайте, что у нас видео выходит ежедневно. Я вам желаю удачи. Всем пока. Вася. Ух, какая свита у Васи, а? А ведь начинал бомжом. Никакущий. Кстати, напиши в комментарии, отметился, если ты смотришь до этого момента и не выключил видео, когда я попрощался.